Так, Майнкрафт. Ага, мальчишки и девчонки, а точнее мои зрители. Это ролик самый распрекрасный по Майнкрафту. Итак, сначала мы выбираем мне скин перед самым страшным выживанием. Ну, у нас самые крутые скины, которые я сделал. Стив, разлитый в лаве. Так, создаем новый мир. Он будет называться... Ютубчик и Рутубчик, потому что этот ролик выйдет и там, и там. Так, уровень сложности можно поставить легкий. Это, в принципе, я разницы особо не видел. Легкого и сложного, и нормального режима. Так что можно поставить его. Так. Ну, кстати, насчет легкого режима. Он крафт не упрощает. Бег не делает быстро, ну, то есть все как обычно. А насчет мобов, ну, да, я понимаю, что их меньше, но там можно делать ферму, и там их будет столько же. Так, спаун у нас самый удачный, который можно было вообще придумать. Так, собираем тростничок. Че там такое красное? А цветы? Так, грибы. Так, пошли сначала дерево раскопаем, потом займемся грибами. Это болотный биом, тут должен быть домик ведьмы. И вроде бы вот этот огромный домина, где всякие маги спавнятся. Сейчас сделаем только нужное дерево. Кыть. Супер. Создаем. Раз, два, три, четыре. Так, так, так. Ага, палки на месте. Нужно скрафтить верстак. Так, ща я поломаю ветки. Может, палки выпадут, может, не надо крафтить. О, палка выпала, супер. Ага, так, крафтим. Топорчик. Ну да, можно палки скрафтить тоже. Ой, я плит случайно скрафтил. Ну ничего. И крафтим кирку. Ломаем верстачок, забираем его. Идем на грибы сначала, потом попробуем найти домик ведьмы. Прикольно. Так. А он не добывается? Да вообще не добывается. Ну и пожалуйста. Вот тогда искать домик ведьмы, но сначала мне нужны кровати. А, минус. Где еще барашки? Барашки. Цып-цып-цып. Опа. Беспалевный спаун баранов. На. Сюда. Так. Что тут? Камень. Можно добыть. Дынь. Музыка топчик. Я пытался напеть, если что. Так, тростничок не забываем. Это нам понадобится, если я буду делать книжные полочки. Так, нужен еще один баран. Вижу корову. Корова поможет для еды. Да, корова? Блин. О, кустик. Палки где? Супер. Баранчики где? Что корёт-то эта музыка? Может, её выключить нафиг? Так. Ну все, на кровать нам хватит. Можно еще баранов побивать ради еды и халявной шерсти. Потому что блоки — это самое полезное, несмотря на то, какие-то блоки. Мобы их не пробьют. Кроме Вардена, который может стрелять сквозь блоки.
Так, естественно, у нас топорик ломается. Артём, наверное, думает, что я видос уже записал. Что я его предупредил, но я его не записал. Так, крафтим еще кроватику. Ага. Ой. Ломаем. Так, неплохо бы уже дом строить, но у нас дерева очень мало. О! Я вижу тыкву. Тыква значит, что рядом деревня. Так, и уже близится ночь. Я это вижу по небу. Несмотря на то, что я небо не вижу. Мне бы деревню найти или дом построить, не знаю. Деревня, пожалуйста, отзабись. Мне нужен дом. Без дома меня съедят. Мобы всякие. Да блин, отстань. Ё-моё, чё он бьётся-то ко мне? Я только начал. Ага, стак. Можно сделать. Кыть. А вы ничего не видели? Надеюсь. Ломаем вот эти вот тростнички. Что там? Вода струится. Хыть. Угу. О, лягуха. Салям по полям. Привет. Квакает. Классно. Я никогда не видел лягух. Вот теперь увидел. Я доволен. Вау, красотища. Вот регенерация Майнкрафта — это отдельный вид искусства. Вот на такой вот штуке, которую может построить Майнкрафт, даже бывают деревни. Так что нам осталось лишь их найти. Ну, естественно, они в болотном биоме не спавнятся. Деревни. Так что мне придется искать их в другом месте. Так, блоки уже не болотные, блоки уже тайговые. Там железо. Так, сейчас мне нужно добыть еще больше камня, чтобы скрафтить себе каменную кирку и добыть это железо. Куть. Ага. Верстак должен быть со мной. Тычем, нажимаем, крафтим палочки. И тут уже вот так. Все. Прекрасно. Где железо? Вот оно. Довольно высоко. Мне бы туда забраться по-хорошему. И земельки добуду немножко. Каменной киркой. О, кстати, уже этот болотный биом исчез. У нас теперь следующий. Это обычный. Ой. Не, доски мне тратить нельзя. Вот землю. Ой, земля. Обожаю землю. О, запрыгиваем, забираем железо и ломаем еще одну. Все, хорошо. Так, мне бы сейчас скрафтить печку. Оп, про запас. То мало ли. Все может случиться. Все бывает, господа. Так. Без еды я тоже не обойдусь. Голод мне об этом говорит. Я сейчас съем яблочко. О. Очень странно, почему мясо восстанавливает меньше, чем какое-то яблоко. В реальной жизни, если что, немножко не так. Прыжок веры. Ух ты, ничего себе. Вот это каньонище. Вот тут я и поселюсь.
Так, сейчас добудем уголь для печки и для факелов. Я, чтобы переплавить еду, использую костер, потому что уголь и доски, ну, не тратятся, и еда явно готовится быстрее, причем в количестве 4. Так что это явно экономней. Ё-моё, ты там так высоко, блин. Так, не, я не хочу в таком огромном каньоне селиться. Я думаю, будет немножко поменьше. Так что я тут сматываюсь. К тому же вечерей тоже. Это заметно. Ой. Ну да, вон тоже закат. Быстрей, быстрей. Нужно строить дом. Но где? Я не знаю. Ой. Я испугался, что эта собака на меня загрелась. Я пока просто бегу, в надежде, что найду хотя бы поляну. Да, вот тут можно. Вот тут можно. Вот тут кайфово. Во-во-во-во, прям тут. Быстрей. Поздно об этом подумал, к сожалению. Да, надо было строиться раньше, намного. Я надеюсь, что я не умру. Держите за меня кулачки, пожалуйста. Да, глупо как-то получается. Я построю сейчас стену небольшую. Быстрее, быстрее, ломай, ломай, ломай. Давай, давай. Держан, салам алейкум. Отлично. Хоть-хоть. Ой. Ой. Этот блок можно пропустить. О. Так, я думаю, так нормально. Сейчас вот тут досок добудем. Оп. Отлично. Почему я оставил 3 штуки? Сейчас объясню. Так, все, вот тут будет мой дом. А тут я уже обустроюсь как-нибудь. Так, сейчас... верстак. Где печка? Печка вот. Печку сюда. Кроватку. Сюда. Все, спим. На утро буду делать нечто. Нечто. А именно костер. Во. Так, тем более это поможет для освещения. Кладем сюда розовые печки. Прекрасно. Мне с мясо можно там переплавить. Пожарить. Добывание угля самое скучное. Что ты думаешь? О, он сейчас закончится. Но не заканчивается, он там бесконечно. Я услышала рев зомби. Когда он уже закончится? Ура! Да блин. Я сейчас всю калмазу... Ой. Каменную кирку сейчас сломаю. Об этот... долбанный уголь. Еще уголь там. Ну, прикольно. Ладно. Шахта выглядит очень круто. Я вижу, что это голова зомби. Зомби, ты что ты делаешь? Тебе тут, как я вижу, не очень хорошо. Так что для тебя задело вот это вот все дело.
Чтоб тебе жизнь медом не казалась. Да, там внизу полный кошмар творится. О, блок. Бумц. Там даже эндермен. Блин, так, тут эти писюны торчат. Это меня настораживает. Пух. Блин, поднимись. Ага. Отстань от меня! Прими, я не буду принимать. Я ролик записываю, дорогой мой. Я не могу тебе этого сказать. Что мне придется в мир перезаходить. Так что нет. А что в Майнкрафте без меня? Да по... Миш, это одиночное выживание. Да, скажи, пожалуйста, Артему, чтобы он мне не звонил. Что я ролик записываю. Очень плотный ролик. Артём, это если что, Стёпа, пожалуйста, мне не звони, я ролик записываю. Очень страшный. И мне страшно, а ты мне тут названиваешь. Все хорошо. А что звонить? Чему надо? Он, короче, меня просил ролик записать, потому что уже скучно на моем канале. Ну вот я записываю, пусть довольствуется, а не мешает. Блин. Скажи, он не будет ни в коем случае. Что-то не будет вот, принимать. Он ролик записывает. Найс, как. Так, дерево, убираем свои тут листочки. Обнаглели тут вообще совсем. Только не ко мне. У меня одиночное выживание. Если ко мне зайдешь, я отключу друзей. Понял? А чего не надо-то? Ты что, ты зайти ко мне хочешь? Да, да, а ты ко мне не зайдешь. Просто я не хочу этого. Я этого не хочу. Одиночное выживание. О, у меня доску ровно хватит для этой. Да помолчи ты! Хватит и для... Да, рот закрой. И для кирки, и для топора. Мне все сложить туда по-хорошему. Сделать бумажку. Чтобы вытереть какашку. Помолчи. И чё? Я этот ролик и в Ютуб, и в Рутуб выложу. У тебя Рутуб есть? Yours. Пойду подпишусь. Но у меня там нет роликов. Будет как-то глуповато, если на меня подпишется. Типа воздух. Ага, 5 слитков есть. Где мои палки? Можно еще палок скрафтить. Опа, еще 4. Бумц. Бумц. Потому что YouTube американская, YouTube хотели заблокировать. Ну вот и на всякий случай сделали Рутуб. Не, ВК фигня. Я тоже что-то в Телеграм не могу зайти. Может, его тоже заблокировать? Это российское приложение. Телеграм? Да. Когда это вам стало английским? Что? Бумекс переименовали? Что? Да, там внизу жутковато. Реально, посмотрите вон туда вот. Там что-то аномально. Что такое? Там много меди или что это? Что это там за блок? Мне страшно. Это мне страшно. Хоть мне АСМР делать. Фраза АСМР мурашка вообще никак не придает АСМР, если ты думал, что он так делает. Так, бьем вот этих вот
писюнов мне не очень нравится. Догадайся с трех раз. Если тут делать рискованный прыжок, можно делать по-настоящему рискованный прыжок, потому что там снизу лава. Я, конечно же, каналы не буду проверять. Крайне тупое положение я впал. Я, кстати, и Артёмин канал тоже в поиске писал, его тоже не было. Но когда я написал название видоса и зашел по ссылке по канал, я нашел вообще. Зашибись. Ой. О, все, давай, скелетик, стреляй в меня. Все, этому скелетику кранты. И зомби тоже. Бутики. Я тебя сейчас вырежу. Нет, на меня не дотянитесь. Миша, блин! Я зомби убиваю! Не-н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 е. Нельзя, нельзя. Личное пространство соблюдаем. Окей. Да не тебе. У меня братан. По жизни. По жизни. Так, меня тут кто-то приглашал. Можно вы уйдете отсюда? Хорошему. О, паука ударили, да? Наверное. Где блоки, которые... Типа я ломал, чтобы подняться. Я чувствую, что моя затея была не самой лучшей. Не то чтобы то, что я строил, это хорошо. Там опыт чей-то валяется. Фу, блин. Я боюсь пауков очень. И вот такого вот зря... В Майнкрафте я вообще... у меня мурашки по коже, когда ко мне в Майнкрафте паук ползет. Это же страшно. Цып-цып-цып, оп. Цып-цып-цып, оп-оп-оп-оп. Окей, железкой. Давай ко мне. Оп, сюда. А что железо делает? Да, там чей-то опыт определенно валяется. Да, тут мобы, естественно, бродят. Что-то всякие спаунеры. Всякие скелеты-снайперы. Дядя, не надо! Да дядя! Дядь, спасибо. Не, реально, дядь, спасибо большое. Я без тебя никогда не понял, как же выглядит тупой... Тупой чмо. Уйди! Так. Окей. Опа. Это мое было, если что. Так, чисто, чтобы вы знали. Не надо! Дядя... Почему у меня сейчас все пошло по одному месту? Можно спросить? Не, я вас спал, нельзя. Все, все, все. Все, претензий не имею, претензий не имею. Претензий не имею, говорю. Че непонятного-то? Претензий не имеет, к нему лезут. Ай-яй-яй. Ох, все, живенький. Живенький, здоровенький. Хорош. Уть, какой молодец. Утенький какой молодец. Ну, вот эти вот. Зараза. Халявное железо. Че? Ты как тут оказался-то? Давай ты свалишь отсюда по-быстрому. О, че. Отдыхаем. Отдыхаем. Таем, парам-парам.
Хорошо. Так. Фу, блин. Так себе вылазка, если честно. Можно взять с собой факелов немножко. Да харе ужас. Уголь. Фигуголь. Оп, делаем факела. Обратно. Ставим. Так, мне бы еще блоков немножко надо бывать. Можно выровнять вот эту вот всю полосу, чтобы было все окей, адекватно. Там есть что, еще одна кирку скрафчу. О, там шахта. А, нет, да, нет шахты. Это я там уголь копал. А сколько тишь, конечно, пока что. Пока выравниваем домик. Сколько меди? Медь, я считаю, вообще не нужная руда. Я не понимаю, для чего она, типа для подзорной трубы? Я, и из нее максимум можно блоки сделать. В смысле прочные? Сложно копается, ты имеешь в виду? Да я откуда знаю. Ну кому это надо? Ну, можно дом из них сделать, чтобы никто не подзорвал. Ну, если не прочно. Так, всю эту кучу убираю. И эти блоки мне нужны сейчас не просто так. Вот тут вода, из нее можно сделать вполне адекватный лифт вниз и наверх. Если немножко так постараться, немножко попробовать напрячься, то что-нибудь получится. Так что ломаем блоки и спускаемся вниз. Угу, классно. Все сломалось. Супер. Все, отбываем весь камушек, всю медь. Медь можно сложить в сундук. Так, и пошли застраивать все там. Камнями. Так, ставим везде факела, чтобы ничего тут всякое нежить не спавнилось. Эти писюльки я потом поломаю. Давай ты, блин. Хорошо. Все, все происходит пока что нормально. Адекватненько застраиваем. Что получилось? Все вполне красиво. Так, сломаю сейчас эту писюльну по-быстрому, чтобы не мешало мне. Поднимусь.
Дядя, не надо. Дядя, это шутка была. Дядя, не надо, дядя. Блин. Что с звуком? Кого-нибудь уж купи. Ну, дядя, ну не надо, не надо. Да блин, крипер все сломал. Я не знаю, о чем тут говорить, в принципе. Пока молчу просто. Молчу так. Молчу. Скелет вон пялит на меня. Ему очень интересно, чем я занимаюсь. А чем же я занимаюсь? Я занимаюсь всякой дичью. Так, тут железо есть. Сейчас с собой я, ну, собственно, не ценю себя. Хочу поставить факелов побольше тут. Где? Так, наш снайпер уже четко меня стреляет. Отлично, он меня убивает. Супер. Вот этот поворот. Пробую сейчас наш лифт. Ой, вот тут уголь. Его стоит сломать. Чтобы быть богатым. Пум-пум-пум. Сейчас миссия невыполнима. Там вон стоит этот скелет. Сейчас я с ним разберусь. Ах. Вот сюда иди, ботина. Так, внизу, то что там внизу, и мне не особо хочется освещать. Чуть там такой, там скелет, что ли, еще один. Так, идем наверх, значит. Смотрим, что там наверху у нас обитает. Там ничего хорошего не обитает, это определенно. Фу-фу-фу-фу-фу, уйди, уйди. Фу, блин. Ты где? А? Ты где? Уйди. Зараза. Сюда иди, говорю. Черный. Да, жутковато. Оп. Скелет меня, естественно, заметил. Он выдвигает сюда, дабы начистить мне мое кожаное. Да в смысле? Чё он такой сильный-то? Сейчас этому скелету все объясню. Как жизнь устроена. О, железо. Удивляюсь этому железу второй раз подряд. Немножко ненормально, я думаю. Так, берусь железную кирку. Отдвигаю за этим умником. Где он? Ага, вот он. Замаскировался. Так, железо. Вот оно. От меня не спрячешься. Отлично, тут хватит на вторую железную кирку. Хорошо. Так, вон еще железо. Я к нему подберусь. Живым. Ага. Хорошо. Но на этой прекрасной ноте можно закончить это чудесное видео, а продолжение вы увидите обязательно в следующий раз. Всем пока!